Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Денис, поздоровайся с своими друзьями. А что надо сказать? Вы на канале? Да, и сегодня у нас игра, которая позволит развить творческий интерес к рисованию и рисованию с пользой. У нас есть три машинки. Lamborghini, BMW и Porsche. И мы должны нарисовать к ним три дорожки. Дениска, у нас, смотри, машинки пока что на белом листе без дорожек стоят. Но они же не могут ездить по бездорожью, особенно Lamborghini и Porsche. Правильно? Им же нужны дорожки. А дорожки у нас асфальтированные из темно-серого асфальта. И у нас с тобой есть черный карандаш, День. Давай для каждой машины дорожку нарисуем. Тебе папа немножко поможет с первой дорожкой, остальные ты сам нарисуешь. Кап-кап не получишь с темно-серым. Давай ручку, смотри. И мы от самого начала проводим. Кстати, друзья, мы еще и моторику таким образом немножечко потренируем. И правильно будем держать карандаш учиться. Вот, смотри, у нас дорога. И даже с разделительной полосой. Под одну машинку дорожка есть. Смотри, можем прокатить даже. День. Мы еще с тобой. А у BMW нет дорожки. Давай под BMW тоже дорожку сделаем, Дениска. Мам тебе поможет, если что. Давай. Давай дорожку нарисуем еще одну. И на нее поставим BMW, да? Смотри, какая получается дорожка. Так. Вот. И у тебя, видишь, Lamborghini по дорожке уже ездит, да, День? Но ты же мешаешь ей рисовать. Так. Вот, вторая дорожка готова. Вот. По такой дорожке машинки ездят, правильно? И давай сразу третью нарисуем и прокатим машинки по дорожке. Давайте рисуем. Денечка, давай попробуй сам. Попробуй сам. Вот сейчас мамой одну половинку дорожки нарисуете, а ты продолжи. Держи. Так. Ну, получается? Смотри, внимательно следи. Так. Давай пока стежки нарисую. Я вам немножко расскажу, пока вы рисуете. Нет, напрасно мы решили прокатить кота в машине. Кот кататься не привык. Опрокинул грузовик. По дороге мчат машины, по шоссе шуршат их шины. Мы шуршим, шуршим, шуршим и домой попасть спешим. И давай третий, заключительный у нас будет с тобой. Машина, машина идет, гудит. В машине шофер сидит. Би-би-би-би, поехали. Денечка, ну теперь ты можешь каждую машинку завести и поехать. Смотри, у тебя под каждую машину дорожка есть. Прокати машинку по дорожке. Так, одну прокатил. Но у тебя еще две. Да, BMW давай прокати. Смотри, ровненько старайся попасть. Да. Бам, ДТП, смотри, случилось. Ты машинку одну, другую ударил. Так, Дени, не смотри, у нас с тобой еще третья машина, Porsche. Давай ее тоже прокатим, вот эту вот. По дорожке. Давай. День, а как-то? Она у тебя перестроилась с одной дороги на другую? А, ты вот так определил, да? Эти уже не нужны. Хорошо, давай мы их уберем. Прокати Porsche по ее дорожке. Вот аккуратненько. Молодец. Друзья, ну как видите, мы сегодня и порисовали. И повторили, что такое автомобильная дорога. Немножко вспомнили марки машин. Такое у нас сегодня лайтовое занятие было, простенькое, да, День? Ну а с вами был канал Baby Go. Подписывайтесь, ставьте на пальцы вверх. Ну мы с вами ненадолго прощаемся. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Денечка, помаши своим друзьям ручки. Пока-пока.